Ну, по норме воротник идет 12 часов. Но так как это работа сложная, поэтому мы с напарницей совместно. В X веке княгиня Ольга едет в Византию и привозит на Киевскую Русь это золотное шитье. И так как новгородские купцы основали наш город, и золотное шитье пришло к нам из Новгорода. И на сегодняшний день наше предприятие единственное, кто сохраняет традиции золотного шитья. Или клины, как раньше называли. Еще что есть на рубальниках? Кого вы человек. Чехи учили историки, и датируются на 12 веке. Вообще. Да, «Война и мир» называется фильм. Анна Каренина. А сегодня, на сегодняшний день, наше предприятие в Алтайском Золотошке единственная сторона. Маски носят только больные люди. Здоровому человеку маска абсолютно бесполезна. А мы же не знаем здоровье. Мы вышиваем здесь разными нитями, в том числе и шелком натуральным вышиваем, и золотыми нитями. Вот конкретно вышиваем золотыми нитями. 5% золото, 5% серебро. Вот оно идет. Золотая. Я в подарок подруге приобрела сумочку, косметичку. Наша торжокская, как сказать, продукция. Она проживает в Санкт-Петербурге. Ну вот ей на память будет.